О, что за... Окей. Просто телефон, просто летает. Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами рубиться в киберпанк. Мы вместе с Джеки сейчас идем на ответственное задание. Мы должны выкрасть биочип. Вот в этом чемодане находится тот самый робот Болт, который умеет ползать по стенам и делать всякие прикольные штуки. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя, Рамон. У вас встреча с Хаджим Атаки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в компанию. Не волнуйся, я помню. Ой, я бы запомнил. Было бы хорошо, если бы я запомнил. О боже мой, я забыл. Добро пожаловать в Камбэки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Я увижу, когда текст, я его вспомню, скорее всего. Простите, небольшая проблема. Ни хрена себе небольшая, тут все красным загорелось. Можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Камбэки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Окей. Ага. Хорошо. Теперь я, да? Но я пошел. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. А, я сканирую, все, сканирование идет. Ох, как освежает, если честно, мне нравится, спасибо. Прошу. Спасибо большое. Йокоси. Фух. Все в порядке, Джеки. И добро пожаловать в Камбэки Плаза. Мы хотели бы зарегаться. Хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Мы что, в одной будем, типа, спать? Что за легенда у нас? Я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. А-а-а. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного джонглировать себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Хорошо, нашелся, Джек. Понимаю. Ваш номер, Лазурь. Расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Окей. А, я Хьюго, да, а его зовут? Как его зовут? Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Окей, пошли, идем пошли, Джек. Быстрее. Погодите. Есть ли задание какое-то, там, пояснение, что-нибудь в пояснении? Подробности прошу. А, легенда открыть. Это не та легенда. О, нет. А, нет. Ладно. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Типа такого нету города? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подсоблял. Я ее боюсь. Окей, давайте будем спокойны. Хорошо, что там не стали предлагать варианты отвлечений. Хотя это было бы прикольно, если бы несколько вариантов было. Мол, как отвлечь ее? Что придумать? А я... И можно жестко напортачить с самого начала. Добро пожаловать в Камбэки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Идем в комнату. Приведешь, приведешь. Пошли, найдем наш номер. Погодите, а что за 15 метров? Чего? А когда я говорю, что полетят головы... Типа суши... Ну ладно, фиг с ним. Не будем. О, что за... Окей. Просто телефон. Просто летает. Что, уже? Может, еще посидим? Нет. Это нормальная маскировка? Как я выгляжу?
Неплохо. Не ожидал, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю. А, такая скорость, офигеть. Фух. Пропуск в высшую лигу. Задание. Джеки бы понравилось это название. Ох, он умрет сегодня, я чувствую. Я буду винить себя в этом. Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Ну что, мы пришли. Окей. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, ме квердо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. О, это прям как в The Witness, помните? Можно было загадки решать. Марк Аврелий, арестуй. Опа. О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Смотрим. Это телевизор. Гостиничный терминал. Дверь. Вижу. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Что? Что происходит? Система исправна. Заряд 100%. А болт уже что, ушел? Да. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Давай. Возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А, у них наблюдение по всему... А что сразу я? Чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых... Да я хочу управлять им. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, бродер, время поджимает. Давай, давай, беру. Да. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Оу! Немного не то. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выйти. Веди его к другой шахте. Из офиса. Где другая шахта? Арасака выплатит компенсацию за... Вижу. Деньги тут. Может быть, прям надо нажимать, да? Прям надо вот так? А, он невидимый же, да, все. Блин, какой он прикольный. Какой он крутой. Мне кажется, его механизмы должны очень быть слышны людям этим. Болт вошел. Может быть и нет, я не знаю. Тебя на новую камеру. Давай, гоу. Хорошо, наша задача... А, вот он. Поняла, что это для тебя. Наша задача просто обнаруживать вентиляционные решетки. А, есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Да-да-да, мы можем это сделать. Посмотрим, что там в сети. Сейчас нет. Террариум. У террариума панель управления. Вряд ли пригодится. Думаешь, он... Что скажешь может... насчет телека? Кто? Скажу, ищи дальше. Вот, охладитель. Контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Сейчас, пошли. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать. Даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Ага. Кажется, есть, да? Сейчас террариум будет... Все, да, загорелся другим цветом. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вот. Вперед. Спасибо, потом скажешь. Да ты мог бы просто по стене проползти. Чё ты рискуешь так? Ладно. Это такие задания, где невозможно просрать. Так, я вижу. Ну, просто сюда иди. Ведь только это место, да? Это не подвох? Нет, не подвох. Следующую камеру.
Воу. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Открыть. Блин, как будто живой. Не выходит. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Окей. Нет. Ну вот, по идее, вот эта точка доступа, может быть, чувак. А, вижу. Итак, переключаться 3-1. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Так, что теперь? Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже сука сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Да, я понимаю, надо открыть дверь, да? Экран. Ага. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Все, я понял. Сейчас он сюда придет. А, я его видел через окно. Что там у тебя происходит? Ты залез? Теперь переключи. Ви, подключай болта к креслу. Выполнение команды. Давай, вперед, Болт. Ты где? Блин, увлекательно это все. Так прикольно. О, прикинь, какая тварина на тебя будет так залазить, пока попался. Ты... Демоны, это круто. Как фейсхаггер. Остается тут. Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть компеки. Можешь выйти из системы. Как? Все, я вышел. А. Ничего, голова кружится просто. О, прикинь, было, вот это было бы головокружением. Как у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ну, в принципе, да. Можно посидеть немножко. Поговорить с Джеки. Сесть. Садись. Да что? Несколько часов спустя. Думаешь? Ого. Почему он отказался? А кто от чего отказался? Юринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью. Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система — это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Окей, за дело. Эй, Бак, а ты это... Че, все время была на связи? 3.5 часа. Слушай, насчет твоих бонов. Чьих твоих бонов?
Прости, я не так выразился. Знаю. Но заслужи мое прощение. Ох, чувствую, сейчас будет что-то неладное. Нас подставят, нас вынесут. Забавно, что когда я иду вперед, игра не позволяет мне бежать быстро. Но потом я когда жму вперед и вправо, например, стрейф, он ускоряется. Чё, Джеки, ну чё, Джеки, готов, готов? А, я жму. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Нет! Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Ха-ха, смешно, да? Нормально. Нормально. Слушай, нормально. Нормально. А, погодите, где же мы? Мы здесь. Лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание, сейф. Только быстро. Давай. Эй, а что за спешка? Юрий Нобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Пистолет. В какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работай. Где-то был здесь. Ищите переключатель. Ты смотри-ка. Так, биочип взять. Где-то был пистолет, я забыл где. Вот, вот он. Юрий Нобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Хорошо, что вспомнил про пистолет. Теперь так, походу, нам не придется говорить свою легенду. О, дождь пошел. Драма, нехорошо. Джеки, может быть, тебе лучше стоять на стрёме? Там кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. О, мне тоже. Ты долго еще идти? Еще 70, 30%. 20. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Давай, стоп! Есть. Круто. Забирай. Ну? Чип в порядке? Целостность биочипа. Умное стекло. Для чего оно нам нужно? Думаю, да. Все, уходим. Гоу! Вперед! Сканирование завершено? Завершено? Няма. Стоп, нельзя. Юрий Нобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Как? Сюда. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема... Я думал, наверх надо будет побежать. Дайте мне подумать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он с этим киборгом сраным. Он увидит, что пистолет исчез. Охранник. Хуже. Легенда на Ацити. И репутация у него так себе. Что делаем? А это человек? А чё он такой подзавис? Они уже здесь? А, потому что я сканирую. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не... не может быть. Сабура Арасака? Откуда они взялись? А, там посадочная? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. А, я аж уши заложил. Мне нравится, что тут, типа, так, показывается сначала на оригинальном языке, а потом переводится. Типа, это устройство. О, нет. Внимание. Он сканирует. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей. Про...
просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Он же полутруп. あんたの問題点はそこだ。瀬川自分中心に回せと思ってる。ごまだよ。よりのぶ。どうしてここへ直々に俺に口を味合わせ立場思い知らせるためか。出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 Кстати, тут охранник ушел. Киборг. コソ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど。私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 Он сейчас убьет его или что сделает? Сейчас Тараса Бульбу включит. Трещина. Какая неловкая сцена. Так, нет, все в порядке. Мне нравится вот эта трещина. Я хочу... Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания. А, нет. Дарекага. Дарекага, не до кому татуку. Зода. Намусамшикаши. Такемура, омай но ошикот ва нанда? Нанно ханаши десу. Танчун на шицумон да. Дотаэро. Он понимает, ведь он же понимает, в чем дело. Конечно же, понимает. Ему достаточно взглянуть на эту трещину, чтобы понять, что здесь было что-то плохое. А еще увидеть на него же на макушке прям рано от удара. От стекла. Что у вас вообще творится? Ой, не спрашивай. Семейные ссоры. Что? Вот, блядь. Все, валим. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Так, вытаскивай нас отсюда. Бак, вытаскивай нас отсюда. Быстро. Секунду. Нет у нас секунды. Сука. Да, есть кое-что. Давайте в окно. Окно. Джеки, го в окно. Все, Джеки, в окно. Там есть лестница. Лестница. Где? Нет. Нельзя. Нет, 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 вашу мать. Меня нашли. Бак!
больше нет. Блять! Гоу! Высшая лига, да? Нет. Доволен, Джеки? На лестницу! Посмотри за углом. Погодите, я понял. Бегом! Сюда, сюда, Джеки! Посмотри за... Да я понял! Да-да, не говори. Ну с чего вот так вот скатимся на этой горке? И будет окей. Если они за забор, то уже поздновато. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Надеюсь, нас они не видели. Надеюсь, у них нет тепловизоров. По-моему, эти ребята нас видят. Чё? Чё делаем? Прыгаем! Я нажал прыгать. А, блин! Ух! А, неужели мы потеряли сознание? Нет. Есть, пока живы все. Похер на помехи. О, черт! А, еще бы немного. Его пробили. О, Модрес. О, это херово. Джеки, ты ранен? Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация! Целостность чипа 94%! Он разрушается! Рехло! И чё? И чё делать? Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проём? Звони давай! Невозможно! Ви, камбэки по всем каналам, что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки? 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но... раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Что там? Что ты видишь? Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Надо вставать, ну! Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься, ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Да вставай. Смотри, ты! Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. Так, ничего не уронили, все? Ё-моё, пошли. Класс! Теперь уходим отсюда. Короче, надо действовать максимально аккуратно сейчас. Бухла наберем. А, вот лестница. Тут камер нету никаких. Так, вижу. Так, давайте попробуем, не знаю, перегрузка оптики. Пусть ослепнет. Вот тот пусть ослеп... Ой, не то нажал, черт. Отмена. Все, нажал. Окей.
Так, этот чувак вообще не вид. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Стоп. Давайте ему перегрузку оптики сделаем. Так, один, мы его вырубили. Он нифига не видит. Увидят. Видят! Что ты заметил? Осматриваю территорию. А почему нам туда показывает? Подождать возможности обезвредить охранников дополнительно. Так. Перегрузка оптики. Очень странно. Почему нам туда показывают? Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим... Ой, блин! Все, жопа. Ладно, хрен с ним, ничего уже не сделать. А это что даст? Что-то мы сейчас взломаем, я так понимаю, да? Будет прикольно. Так, Е9, 55. Не выполнено? Почему? Я не понимаю, как эта хрень работает. Ладно, черт с ним. Все. Перегруппироваться. Окей, сюда. Можем пройти? Не можем. Джеки! Стоп, а как же наше снаряжение? Как обидно, что я так... Что я все-таки спалился неаккуратно. Джеки, тут вообще борзый. Сюда. Ощущение, как будто если я возьму пистоль, он будет гораздо сильнее. Так, погоди, вот. 34. Ну, похоже на то. Ему пиздец! Зря ты так думаешь. Все, готов. Есть! Оу! Напнуть! Да! Хороший выстрел! Спасибо! Бежали! Оу! Давай, воткнуть в себя! Есть! Они все еще... Они видят, да? Мы уже не можем, в принципе, скрываться. Воу! Что это за элитное подразделение? Сейчас разберемся с ними. Блин, хороший пестель. Вот это я понимаю.
Надо взять оружие. Так. Снаряжение. Третье оружие. Обязательно поставить вот эту вот штуку. Этот дробаш. Окей. Кажется, он лучше, да, чем все остальное. Есть. Идем. Музыка прекратилась, мне кажется, мы можем идти медленно. Сейчас мы всем покажем манер. Или не можем. Не можем. Хорош. Воу. Так, проходим. Да уже давно вроде как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, прям увидели. Ладно. Может быть, сейчас у нас будет возможность тихо пройти. Пока сейчас ощущение, знаете, такого линейного шутера, потому что вроде город есть, но мы толком ходим по всяким зданиям и так далее, коридорам, в общем. Но уровень напряжения соответствует. Какая приятная музыка. Погодите, что у нас есть? Мы еще не взяли? Нет, пока еще не взяли тот дробаш. А, кстати, что у нас сильнее? 132 единицы в секунду, 97, блин, ну пестоль, да, в разы лучше. Он на меня напал! Кто? Какие-то они нервные, по-моему. А, увидели. Фига, они быстро замечают. Давай, добивай его. Есть. Не жалей никого, слышишь? Ладно, мне кажется, здесь было бы чертовски трудно пройти. Все незаметно. Что тут еще, смотрите, какие войска. Ага, так, снаряжение. Я не понимаю, на какую кнопку нажимать снаряжение, я подзабыл. Так. Вау, что это такое? Сигуре. Оно уже у нас сделано. Вот. Правильно? А, нет, два сигуре. Немножко не то. Я хотел вот этот дробовик. Во. Где второй чел? Все тихо. Не видит. Не видит. Не видит, не видит, не видит, не видит, не видит. Все, есть шанс на стелс успешный. Идем. Идем. Тихо. Все, уснул. Выспится. Идем, идем дальше. Я кучу же чипов понабрал и вообще ничего не прочитал еще. В принципе, это уже вы можете читать сами, когда будете сами играть в эту игру. Так, у нас там раз чувак ходит. Один всего, да? Ой, думал, что это у меня в глазах все лагает. Так, давайте, чтобы труп никто не нашел, мы поднимем его. Ой. Все, идем со мной, идем со мной. Я вижу. Уф. Ой. Ой. Ой, что это было? А! Его отнесло. Блин, как так? Да что происходит? Эй, алло, ты где там? Что это было? И все-таки сдох, да? Я его беспалевно положил, и он сдох из-за бага. Эй, Би, не спеши. Тут есть камеры. Да, я пытаюсь найти их. Тебе на могилу. О, нет.
Так, перегрузка оптики. А вот где камеры, я пока еще что-то не понял. Погоди. Хорошо. Отвлечь врагов. Понял. Да перестань. Назад. 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 Все увидят. Ну ладно, все. Ну давайте сюда, идите. Какое-то сраное оружие. Или нормальное, непонятно. А, он упал? Умри. Очень долгая перезарядка. Надо менять. А что рванет? А вот лифт, собственно, так близко. Критическое. Окей. Окей. Да что? Ладно, пойдем туда, Джек. Где? Где? Где чувак? Где враг? Короче, на пролом пошли. Вон он. Все, готов. Соберитесь, не зевай! Блин, чуваки из Дума как будто. Воу! Граната летит! Да уже прилетело давно. Просто в наглую фигачим его. Все, упал. Долгая смерть. Драматичный актер. Ух, какую-то крутую штуку взяли. Вот он, лифт. Пожалуйста. Есть. Сюда, сюда, сюда. То 50 лет, блин, так круто. Финита, бля, комедия. Береги силы, Джеки. Ну, так я их и берегу. Ты не грусти, Ви. Мы выберемся. Да, ты так в этом уверен? Слышь? Не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все. Ну ты сражался как просто бык. Сейчас, да сколько можно? Че там медленный лифт? Он может еще медленнее ехать. Вау! Хорошо, прям в голову попадаю. Ну-ка. В голову, в голову. Блин, они сильные какие-то там очень, ребята. Броня у них офигенная. Да чтоб тебя. Есть! Уу-у-у-у-у-у-у-у-у! Чем это он меня? Да хватит спать! Так, камера, выключить. А, что дает? Ага, сейчас попробуем, я не знаю, что это даст нам. Значит, нужно BD-5-5.
БД. Потом можно 5-5 или Е9. 5-5. Почему не добыча данных 3 не выполнена? Я не понимаю, почему. Я где-то упустил, походу, что-то. Что? Выйти из программы. Хорошо, что-то мы там сделали, что-то не сделали, я не понимаю. Хрен с ним. Ой, блин, трое. Дай стульчик, прикрой меня. Ты чё встал, блин? Так. Замыкание. Так они там че, лечится, что ли? Был только что один чувак, который вообще был жестко прокоцан. Так, стоп. Лечиться. Не рискуй! Все, 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 все. Мы уязвимы! Взлом протокола. БД, где БД? Раз, 1С. Я понял, в чем лоханулся я. Я понял, в чем я лоханулся. Я понял, как это работает. Так, БД, БД. Надо выбирать сразу нужную дорожку, кажется. Готов. Готов. Подбираемся. Есть. Воу! Так, тут надо ломать. Значит, Б, БД, БД, БД. 1С. Нужно, чтобы было 2 БД и 1 1С, да? Я не понимаю. Но есть у меня 1С. Потом... Получилось что-то? Стоп, погодите. Что у нас еще есть из снаряжения? Мы же какую-то новую штуку взяли. Уфу-фу-фу-фу. Так, 98. 101 единица, 105. Это вообще стоит 14. Окей, пусть будет вот это. А нет, а вот что сильнее из этого? 132, 114. Блин, мой пистолет, который я нашел, он гораздо прикольней. Вот этот розовенький. Воу, так, ничего не можем сделать. Кинуть могу в него что-нибудь? Не могу. Тогда просто сражаемся. Добраться до лифта надо. Может быть, не обязательно сражаться с ним. Просто надо побежать. Окей. Бегом!
Давай, Джеки. Да. Просто ждем. Есть. Сюда. Да. Джеки, поторопись. Просто пуля в лицо. Твое лицо в порядке? Сюда, заходи уж. Нет? Было бы здорово, если бы ты поторопился. Спасибо. Ну же. Есть. Фух, живет. На лице, наверное, да? Да сколько можно? В какой? Я тебя понял. О, блин. Чего? Кто это? О, нет, это чел. Я разберусь. А, нам же сказали оставить все проблемы за дверьми автомобиля. Какого фига? Сняли. Где он? Все окей? Нет. А где боевой режим этого такси дурацкого? Где? Стреляйте, ракетницы! Да, я видел, спасибо, я сам это сделал. Дэл. Заказ выполнен, у нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Риперу, сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Так, ты скоро увидишься с Мисти. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Знала. Она все знала. Бетчи, не потеряй ради меня. Блин, я был готов к этому, но все равно как-то грустно, жалко чувака. Нет. Нет, ну Джеки, ну Уэллс. Блин, жена. Хороший парень был, приятный. Это была дружба настоящая. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Отправь его домой к семье. Я думаю, он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204.
А, черт, мутное стекло, даже не дают последний раз посмотреть. Я думаю, на этом мы с вами закончим этот выпуск. Трагичная концовка. Посмотрим, что будет в следующей серии. Прикольный сюжет здесь, мне нравится. Мне почему-то есть дело до персонажей. Есть дело, но вот убили персонажа, до которого мне было дело. Черт. Теперь я сам по себе, а знаете, когда ты сам по себе, на себя не так, ну, за себя не так переживаешь, как за других. Потому что у тебя есть автосейв, есть чекпоинты, а у них нету, к сожалению. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Вступайте во все мои соцсети и становитесь доску своими. С вами был Юджин, и всем 5.